Друзья, всем огромный привет! Сегодня, надеюсь, будет шикарная рыбалка на бель. Выберемся с товарищем на рыбалочку на целый день. Посмотрим, что будет клевать, как будет клевать. Что рыбалка начинается. Погнали! Ранним утром на машине мы выехали на реку Уса. Наш путь пролегал через Жигулевскую ГЭС. Проехав пару десятков километров по федеральной трассе М5, мы свернули на проселочную дорогу. И тут еще несколько километров мы проехали по живописной сказочной дороге. Привет! Сторож, сторож. Да? Эх, какая ласка, собака, собака. Все, выходим к водоему. Ой, снега капец, конечно. Не знаю, как там сейчас на самом водоеме. Вода не вода, как идти. Сейчас будем смотреть. Как в сказке идешь. Деревья все в снегу, блин. Вообще класс. Фу. Капец, блин, снега сколько. Ё-моё. Придя на место, мы стали искать плотву с помощью подводной камеры. Пустота. Ну, судя по проводу, метров 8-то точно. Ракушечник. Вроде как. Это дно такое? Да, песочное. Песочное? Чуть-чуть ракушки. Тишина. Так, тишина, да. Надо искать сейчас. А проверь, ради интереса, вставил ли, Руслан? Сколько глубина? 9:36, да? Угу. Пока ищем, будем. Выхолод в камеру смотрим, друзья. Ну можно потом камеру опустить, посмотреть, что там происходит. Посмотрим. Причем она, вон она. Да. Видишь, вот она подошла. Подошла на прикормку. Ну, повыше, да? Да, это повыше. Это вот как ты кидал прикормку? Я специально чуть-чуть приподнял. А вон уже твоя прикормка. Вон она. Вон она, видишь, уже носится. Вот. Ну все, друзья, нашли место. Закормились, сейчас будем ловить. Воды столько, блин. Одну удочку поставлю, донку.
Вот такая донышко. Сейчас зарядим ее. Пусть стоит. Так. Лед очень тяжелый. Если бы не шуруповерт, вот эти поиски, конечно, были бы вообще тяжелые. Мелочь. Хреново знает. Больно мелкая. Пусть гуляет. Да. Как такой крючок-то в рот помещается, блин. Чуть позже я перешел на более глубокое место, чтобы сменить точку. Поклевка вот и на новом месте более глубоком. Сидит. Уже. Да. И на глубине такая же. Ну а когда я опустил камеру, то было видно много плотвы, но размер, конечно, ее не внушал радости. Мотылик на фидерной оснастке очень сильно привлекал плотву, но учитывая ее размер, рыба не могла просто-напросто подсечься. На заднем плане стояла оснащенная донка с тестом на крючках. И как видно, плотва ей тоже интересовалась, но, к сожалению, не подсекалась. Ну а вот в кадре появилась более крупная особь. Она стала пылесосить все вокруг, но почему-то не стала задерживаться ни на прикормке, ни возле моих крючков. Такое ощущение, что она все перепробовала, ей ничего не понравилось, и она решила уплыть.
в камере появляться более крупные. Думаю, сейчас подойдет. Ну а дальше снова были поиски. Поиски лунки с более крупными особами. Ну вот. Все. Друган. Ты только ее не зарой, пожалуйста. Но сколько бы лунок я не пробурил, а пробурило их очень много, везде только мелкая плотва. В некоторых лунках ее было просто тьма. К вечеру рыба перестала быть вообще активной, она практически стояла на месте и не передвигалась. Рассматривая такое количество плотвы в подводную камеру, мне пришла мысль, а не та ли это рыба, которую в начале зимы мы выпускали ведрами? Ага, первая рыбка. И пусть я в этот день не поймал достойной рыбы, но смотря на такую картину, глаз радуется от количества рыбы. День подходил к концу, и мы стали собираться домой. На этом все. Всем пока. До новых встреч. Встретимся на той самой любимой рыбалке. Вот такая красота.